Ребята, всем привет и доброго времени. Куда идет какой тросик с БУПа на B3 Passat? С блока управления печкой на B3 Passat. Так, здесь у нас три управления. На каждое из этих управлений есть трос. Вот. Первое со скоростями. С нее идет, вот он, черный тросик, он длинный. Идет вот на эту заслонку, которая перекрывает подачу воздуха холодного, чтобы он сюда не шел. Вот здесь вот. Потом второй тросик, вот этот вот синий, он идет на средний. Вот сюда вот, горячо-холодно. И он идет вот на эту заслонку, которая стоит вот здесь вот посередине на печке и перекрывает подачу холодного воздуха на радиатор и выход горячего воздуха с радиатора. Вот, то есть он закрывает горячо, холодно. И у вас остается два тросика. Вот они стоят параллельно, вертикально один на другим. Вот раз, и вот он под ним еще один. Они оба идут вот сюда вот. Получается, верхний тросик, ну то есть вот верхнее крепление, верхний тросик, он у нас идет вот сюда вот, на боковую. Он длинный. Он закрывает поток воздуха в ноги. И открывает поток воздуха на лобовое стекло. И второй, который под ним, он короткий, он идет на вот эту заслонку, которая открывает подачу воздуха на то, чтобы дуло посередине и по бокам на стекла. Вот так вот расположены все эти трусики. Надеюсь, понятно объяснил, хоть на видео и плохо. Нарисую схемку, напишу статью, чтобы вам было более-менее понятно хоть, куда, что, как идет. Потому что тут объяснять это одно, а на схеме уже нарисовано это совсем другое. Смотрите описание видео, там все будет. Вот. Там будет ссылочка, перейдете, почитаете, посмотрите фото. Я думаю, вам будет всем понятно. Ну что, а на этом всем добра, всем пока и удачи!